Спонсором данного выпуска является сайт по продаже монет lolga.com. Здесь вы можете приобрести монеты на любые платформы NHL17. Введя промокод CHEER, получите скидку 6%. Привет всем, друзья, с вами мистер CHEER, и мы продолжаем карьеру за Washington Capitals. Идем шикарно, нужно продолжать, без поражений, нужно идти дальше и завоевывать такие нужные для нас очки. Очки, очки, очки. Ну что, Коламбус, кто же, интересно, у них сейчас на воротах будет стоять? Надеюсь, наш пацан. Надеюсь, именно нашего пацана мы будем пытаться пробивать. Ребятки, ставьте лайкосики, поддерживайте канал, поддерживайте мое стремление записывать для вас больше видео. Чтобы наше видео выходило в топ и чтобы его видели новые зрители. Айзнер. Сразу щелчок. Холби. Шикарно. Кузнецов. Клюшка ломается очень вовремя. Карлсон что застрял. Карлсон. Отбились и теперь в атаку Панарин. Кузнецов. Хорош, Кузя. Карлсон, подбор. Вышли из зоны. Ну, первое звено совершенно ничего не сделало. Все это время провели в обороне. Ну, и наши соперники довольно-таки уверенно играют на вбрасывание. Низконен. Холби шикарно. Холби пока справляется со всеми бросками в его сторону. Есть подбор. Ну, куда ж ты там офсайд, парень? Куда ж ты полетел? Да, первые 5 минут, уже почти 6, сложились для нас как-то не очень хорошо. Дацук. Наконец-таки первое выигранное вбрасывание. Подбор шайбы. На пятаке очень сложно там что-то сделать. Орпик ошибается. Бураковский уже в зоне. Отыграл назад. Йохансен. Йохансен. Как вы любите меня поправлять постоянно в комментариях. Низконен. Щелчок. Подставлена клюшка. Подбор. Третье звено уже выходит. Есть выигранный. Орлов. Неплохо. Корни! Ну что, последние 3 минуты мы находимся в зоне соперника. Нужно продолжать наращивать на них атаку. Кэмпбелл. Стоять. Винник. Подбор. Анисимов. Дальше. А Вилсон уже... не в зоне оказался. После двух проигранных вбрасываний в начале игры мы пока все выигрываем. Просто в сторону ворот. Анисимов не подобрал шайбу. Анисимов. Сошников. Четвертое звено уже вышло. Сошников хорош. Бигал. Бигал. Двое за ним. Бросок. Подставленной клюшечки нету. Барбар. Передача на Бигла. Сейчас могли передачи забросить. Если бы не среагировал на это голкипер. Кстати, мы так и не поняли, кто там стоит. На воротах нужно сейчас будет посмотреть. Кузнецов, офсайд.
Первое звено на льду. Нужно реализовывать это. Овечкин. Уже в зоне. Просто бросок. Бобровский все-таки стоит. Все-таки стоит Бобровский. Кузнецов! Овечкин мешал, не засчитаю, да, шайбу, как я понимаю? Ну так в девятку упадает Овечкин. Ну что ты там делал, братан? Такая шайба шикарная залетела. Эх, Овечкин, Овечкин. Сейчас винит, наверное, себя в этом. Айзнер. До свидания называется. А подбор? Панарин. На Овечкина шикарная передача от Панарина. Панарин. Овечкин, ну что это было сейчас? Низко не. Сейчас будет гол. Нет. Колби справляется с этим. Орпик. Панарин. Анисимов. Панарин. Шикарная передача. Орпик. Что, первый период закончился, момент у нас был, шайба не засчитана. Посмотрим, что будет дальше. Пока меня все устраивает. Овечкин, дальше. Кузнецов. Карлсон. Может в дальний отправлять было. Ух ты! Карлсон. Ошибка, Овечкин. Овечкин. Аккуратно, что-то ты косячишь сегодня. Панарин. Панарин. Овечкин. Первая шайба в матче есть. Неплохо, двое на пятаке были. Не знал защитник, кого сейчас закрывать. И Овечкин отправляет тихонечко шайбу в ближний угол ворот. Понизу. 18 гол в этом сезоне. Красавчик Александр. Смотрим. Оп. Все, шайба в воротах. Всего лишь-то нужно было подставить клюшечку. Холби и Панарин. Голевые передачи. Холби красавчик. Карлсон! Айзнер остался один. Панарин. Овечкин. Панарин. Снова за ворота не получается пройти. Голкипер Бобровский прочитал этот заход Панарина. Бежать. Удаление. Ошибись. Альзнер отправляется на скамейку штрафников. Сразу же забивает. Но почему на него никто не выкатился-то? Почему не Орлов, никто не выкатился на пятак? Почему все остались на вбрасывании? Я немножечко не понял. Ну-ка, НХЛ-ка, подскажи мне. Смотрим. Все остались на вбрасывании. Почему? Ну что это за ерунда? Я покатился туда вбрасываемым игроком. Боже мой. Ошибка Орлова, может сказать. Он почему-то покатился куда-то в сторону точки вбрасывания. Айзнер лучше по плюс. Минус. Айзнер лучше вообще. Офигеть, плюс 23 у него там, что ли. Бросок! Ну, ё-моё.
Еще один! Давай, 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 давай! Оп! Шайба у нас. Передача опасная, кстати, была! Йоханссон! Входим обратно, Орпик. Неплохо, закрываем. Вкатываемся, а там никого. Бураковский, почему тебя там не оказалось? Нисконин, что за скорость? Дацук. Йоханссон. Шайба наша. Ехо! Шикарно. 2-1. Красивая шайба. Красиво обыграл Бураковский. Фу, Бураковский. Йоханссон. Бобровского. Бураковский, Бобровский, Йоханссон. Господи, какие фамилии-то, а? Посмотрите, как хорошо обыграл. Без передач. Конечно же, без передач. Он отобрал шайбу. Очень опасно такие передачи отдавать защитнику на борт. Опасно, что сразу же у нас ворот. Вкатываемся в зону сразу же. Закрываем. Вкатываемся на синюю. Почему не на Хорник? Вот это удаление, судья, да, согласен, удар локтем. Ну что, реализовываем большинство, пацаны, давайте, погнали. Есть выигранное вбрасывание, есть передача. Погнали. Бросок! Да ёшь, корола. Панарин. Панарин сам. На Овечкина! Овечкин! Почему броска-то не было? Кузнецов. Как хорошо разыграли, а? Овечкин, ты пьян. Вокруг шайбы крутится и все. А толку никакого. Такой хороший розыгрыш был, а? Чтоб забросить бы. Кузнецов, красиво. Кузнецов, вкатились. Почти расположились. Передача не прошла. Орлов. У Кузнецова шла передача, ладно. Не, ну очень красивый пас был на Овечкина. Он должен был там забрасывать, но чуть не получилось что-то. Не хочу вбрасывание еще один у своих ворот. Что сейчас сделал Холби? Панарин. Чему Овечкина нету, кстати? Чему Йоханссон играет? Что такое? Удаление? За что? За подножечку? Угу. Погнали. Подбор. Нисконен. Карлсон! Почему нету Овечкина? Ну, неужели травма? Когда он успел? Йоханссон уже второе большинство отыгрывает. Последняя минута периода. Карлсон. Закатываемся. Сейчас могло быть опасненько. Опа, очки. 2 секунды.
Ну что, второй период заканчивается. Мы вновь выиграем в одну шайбу. Пока все хорошо. Главное не пульнуть сейчас. А вот Овечкин вышел наконец-таки. Главное не пульнуть на первых же секундах шайбу в свои ворота. Овечкин. Неплохо, Альцнер. Вкатились. Хорош, Кузнецов. Плохая передача, Альцнер. Альцнер! Ой, Карлсон это был. Накосячили, пацаны. Удаление. Нет. Да что ты, Карлсон, делаешь-то? Овечкин. Вошли в зону. Кузнецов. И там никто не накатывался. Зашибись. Где был Орпик? Надо, мне кажется, другую камеру ставить, чтобы видеть полностью зону соперника, чтобы проще было разыгрывать. Орпик! Но здесь, конечно, неплохо Юхансен сыграл. Помешал бросить сразу же сопернику и успел Холби среагировать. Юхансен. Бураковский. Да на Орпика! Ну, елки-палки. Да, с передачами у нас очень плохо. Вы сейчас будете опять писать в комментариях, что типа... Играть не умеешь, но смотрите, что творит Дацук! Двоих просто убрал и уже там в пустой уголочек отправил шайбу. Шестой гол в сезоне. Смотрите, повтор. И в дальний угол. Неплохо! 3-1. 3-1 выигрываем. Дацук. Дацук почти. Ну что, сейчас пацаны пойдут-то в атаку. Нам нужно на контратаках брать и забрасывать. Вилсон. Дацук. Винник. Бросок. В зону вошли. Дацук. Ох, как его руками-то держат. Корни в оборону. Бросок! Корни. Бросок, подставлена клюшка Винника. Неплохо. Ай, прошли все-таки. Орлов, аккуратно. Орлов красавчик. На 5 с плюсом отыграл. Сейчас и Орлов уже в атаке. Закрывает шайбу корпусом. Пытается отдать передачу. Карлсон. Барбар! Карлсон! Карлсон совершенно не попал никуда. Так, Орлов! Орлов! Барбар. Орлов там кого-то лишил мозгов. Передача, Альцнер. Барбар. Неплохая его передача получилась, но не прошла. Так, Сошников. Просто назад. Отыгрываем. Альцнер. Овечкин у нас вышел. Холби. Овечкин. Овечкин уже в зоне.
Неплохо! Ух! Последняя минута. Айзнер. Вратаря нету. Овечкин. Борется. Панарин. Ну и в пустой ворота. Шайба в воротах. 4-1. Панарин красавчик. Ну что, поздравляю вас, ребятки, с победой очередной. Овечкин! Овечкин! Дубль! Как же ошиваются игроки Коламбуса! Ну, Кузнецов, конечно, красавчик сейчас. Просто уничтожили в конце. 30 секунд еще есть. Может, хэт-трик Овечкину сделаем? Овечкин! Орпик, лечь. Нисконен. Просто выбросить шайбу. Победа. Все-таки победа, ребятки. 5-1. Овечкин первая звезда. Панарин и Йоханссон. Ну что, друзья, увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.